группе мониторинга миссии ОБСЕ в составе групп наблюдателей организации в течение суток с момента принятия данного меморандума. Второе. Остановка подразделений и воинских формирований сторон на линии их соприкосновений по состоянию на 19 сентября. Запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий. Четвертое. В течение суток с момента принятия данного меморандума отвод средств поражения калибром свыше 100 мм от линии соприкосновения на расстоянии не менее 15 км с каждой стороны. Запрет с момента принятия данного меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов, за исключением аппаратов ОБСЕ. Другие журналисты, кроме вас, девушка, успокойтесь, пожалуйста. И девятый пункт. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины при мониторинге ОБСЕ. Подпись. Нужно сказать, что в некоторых случаях бывали нарушения. На сегодня меморандум поставит точку. Будет полное прекращение огня, развод войск на линии до 30 километров, отвод тяжелого вооружения. И мы считаем, что подписание сегодняшнего меморандума даст шанс нормально для всех жителей чувствовать себя в полной безопасности. И вот это позволит, надеюсь, прекратить огонь более, наверное, качественно. Это и есть, наверное, основная гарантия, которую мы смогли подписать 5 сентября. Выводе всех иностранных сил из этого региона. Он не обсуждался. Это не обсуждался. У нас есть свое мнение, у правительства Украины свое мнение. То есть мы как и придерживались, так и придерживаемся курса, который занимали ранее. Это раз. Второй момент. Каждый из нас по-своему понимает закон об особом статусе Украины. Буду сразу вам говорить о этих территориях. Поэтому здесь вопросы тоже еще для дальнейших переговоров, которые мы обозначили. Выводе всех иностранных сил из этого региона.